навстречу ему идет Хуси архитянин. И говорит, вот Хуси, он разрушит совет Ахитофел. Хуси, говорит, я иду с тобой. Он говорит, не, со мной не пойдешь, возвращайся к Авесалому, ты сможешь разрушить совет Ахитофел. У него уверенность появилась, это ответ на молитву. И однажды услышал мысль, первая мысль всегда от Бога. Как мы молимся, как мы воспринимаем ответ от Бога. Помолились, и пошла фантазия. Но Бог тебе сразу, да, вот тебе Хуси. Зачем тебе придумать что-то? Вот он. И Давид это понял. Говорит, ты точно это сделаешь. Хуси возвращается, говорит Авесалому, я теперь буду служить тебе. И вот Ахитофел советует и говорит, сейчас надо гнаться за Давидом, потому что он ослабленный, и ты его поразишь и погубишь царя. Ты будешь царем, укрепишься. Говорит Авесалом, а ну скажи, пожалуйста, Хуси, что ты думаешь? Хуси говорит, сейчас нельзя, потому что он как медведица разъяренная. Надо дать возможность, чтобы к тебе все стянулись, войска, люди пришли. И когда ты укрепишься через несколько дней, ты пойдешь и тогда сможешь победить. Надо выиграть время, понимаете? И что было сказано, сказал Авесалом, это нонсенс, но так написано. И сказал Авесалом, на этот раз плохой совет, нехороший совет Ахитофела. Ахитофел вышел, написано, и удавился, и повесился. Честолюбие Ахитофела не дало возможности это пережить. Смотрите, Бог сам готовит почву для успешного исхода дела. Бог предусмотрел все. И когда через время произошло сражение, Авесалом запутался волосами, вы знаете, чем это все закончилось, и Давид возвратился на царство. Это невозможно. Это невозможно. Бог приготовил почву. Когда мы идем на работу, на служение, как литературное благовестие, часто мы боимся. Часто мы недооцениваем Божью силу. Мы умаляем Божью силу. Мы обижаем Бога таким образом. Мы боимся что угодно, кого угодно, что угодно себе придумываем. А достаточно только сказать, Господи, Ты уже приготовил почву. Ведь я исполняю служебные обязанности. Я на службе Бога, как солдат. Я на службе у Бога, Господи, я Твой служитель. Я иду на передовую, поэтому, если жить, то буду жить. Никто со мной ничего не сделает. Но если уже не жить, то даже куда бы ты ни пошел, как бы ты ни пошел, смерть все равно тебя найдет. Но если я иду туда на служение, то Господь уже все там приготовил. Бог сам готовит почву для успешного успеха дела. Шестой урок, девятый текст. Книга Исход, 2 глава, 9 текст говорит. Дочь фараона сказала, возьми и вскорми. Шанс, полученный от Бога, урок 6 говорит, имеет срок годности. На сколько времени Бог подарил Иоховиде сына обратно? На 12 лет. Скажите, пожалуйста, время ограничено? Ограничено. Послушайте, что пишет Елена Вайт по этому поводу. Как огромно оказалось влияние еврейской женщины, бывшей всего-навшего пленной рабыни. Вся будущая жизнь Моисея, та великая миссия, которую он исполнил как вождь израильского народа, свидетельствует о важности роли матери-христианки. Смотрите дальше, что она говорит. Она верила, что жизнь ему была сохранена для выполнения какой-то великой миссии. Она свято в это верила. Поэтому написано, она знала, что скоро он будет возвращен своей царственной матери, где искушения будут заслонять его от Бога. Все это побуждало ее воспитывать ребенка с большой тщательностью и вниманием, с большим вниманием, чем других своих детей. Она старалась привить ему страх Божий, любовь к истине и справедливости, горячо молясь о нем и с ним. Дальше Елена пишет, что она становилась с ним на колени и учила его молиться, учила его любить Бога, заучивать библейский текст, она учила его истине. И когда он пошел, он остался верен Богу. Шанс, полученный от Бога, имеет срок годности. Не всегда Бог будет вас звать к литературному служению. Бог может отказаться от вас. Друзья, я говорю истину. Опыт одного пастора. Как-то успешный бизнесмен в городе Буславы, это Киевская область, Богуслав, такой город, Бога славит. Интересное название, Богуслав, Богуслава. Он совершал такую работу, бизнесменом был, говорит, я джинсы продавал, футболки продавал, зарабатывал нормально. Приехали с конференции братья и говорят, брат, послужи для Господа, стань пастором. Я, говорит, на них посмотрел, говорю, ты вышел, какой пастор? Здесь неплохо, я вообще нормально.